Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и сегодня я устроил такой день спинозавридов. Давайте посмотрим, кто же у нас будет участвовать в этих боях. Итак, первый наш участник это спинозавр обыкновенный, ну в смысле он по редкости редкий, но в нашем случае обыкновеннейший спинозавр, скажем так, эталон. У меня он 11 левела, из него делается гибрид спинотораптор. Ну и вот такие вот у него показатели. Все спинозавриды довольно, в общем, одни из быстрейших хищников. Ну, точнее, наверное, самые быстрые крупные хищники. Вот так, наверное, можно так сказать. А второй представитель, это у нас будет эпический спинозавр. У меня он 12 левела. Скорость 122. Двойной урон есть. Такой вот у него удар. Видите, он такой вот раскрасочки, чуть поярче, красненький такой. Царский, назовем его царский. Так, дальше у нас идет Ирритатор, ближайший родственник, да, вот так вот он выглядит, гребешка нет, но морда одна и та же, на лицо, скажем так, родственность на лицо. Из него делается Зухататор и Диплотатор. Диплотатор, кстати, тоже родственник получается. Скорость тоже 122, кстати. Дальше идем редкий Ирритатор. Вот такой вот у нас он фиолетовый какой-то, бордово-фиолетово-серый какой-то. Короче, порычал 123 скорость, ну, видите, у них все около 122. Болтается, они, вот Ирритаторы у нас пробивают щиты и обладают усилением. Но усиление у них дурацкое, оно не наносит урона. Кстати, а у первого, что у нас там было, что-то я так пропустил как-то. Ну, всего лишь два вообще удара. Сквозь щит и усилялка, которая не наносит урона. Так, кого дальше пойдем? Ну, дальше пойдет у нас тоже ближайший родственник. Это Зухамин, обыкновенный. Из него делается Зухататор. Скорость 115. Скорость, да, уступает, но ух ты, прикольно. Когда мы на него подменяемся, он дает ему кровотечение. Прикольно. Надо, кстати, попробовать подмениться на Зухамима. Так, дальше у нас идет самый слабенький, да, это 10 уровня, Зухататор. Гибрид. Кстати, давайте его качнем. Вот такой вот. Ну, выглядит довольно прикольно. Похож на Барионикса, да? Из Jurassic World The Game, как мы уже выяснили. 10 тысяч. Тут где-то мне навалило. Скорость 116, да, самая паршивая скорость, но у него есть опережающий удар с замедлением. Ну, точнее, 90% снижает урон, очень, очень крутой удар, как у Анкитрозавра, по-моему. Снятие положительных эффектов. В общем, у него набор ударов очень классный, но скорость, конечно, говно. Ну, и сила удара тоже говно, но есть удары с кровотечением и так нормальной жизни, как на самом деле. Так, дальше у нас идет крутейший гибрид. Два крутейших гибрида. Один легендарный, что-то мне в последнее время даже понравилось им сражаться. У него довольно вот это сильный эффект кровотечения. Отложенный урон 0.33 от максимального здоровья цели. То есть цель за 3 хода истекает кровью по факту. Очень хорошая штука. Много занимает. Также есть удар с кровотечением, который дает кровотечение, не наносит урона, но автоматическую замену дает. Вот такой вот тоже. 129. И чертовски шустрый. Это самый шустрый у нас из спинозаврида. Вот такой вот. Инопланетный прям какой-то. А, вообще жесть. Челюсти как будто бы от какого-то насекомого. Да, и тоже очень прикольный. Мне нравится спинотораптор. Он у нас здесь большой. Не спинораптор, а спинотораптор. Этим он отличается от того, что есть Jurassic World The Game. Да, вот такой вот у нас хорошенький. Тоже скорость 126. То есть это два самых быстрых существа у нас получается. Неплохой урон у него, тоже удар с кровотечением, со снижением урона, так, ну, в общем-то, прикольно. Комбинация ударов мне нравится, еще и полтора урона вот с критом, плюс 40%. Очень такие вот хорошие существа. Да, ну и вот мы пойдем ими посражаемся. Для этого у нас есть 4 попытки, ну, не 4 попытки, а 4 боя, вот в такой вот башенке. Так, кто у нас здесь? Аллозавр, ну для аллосинозавра, в принципе, давайте, может, поймаем, что ли, дают, бери. Вот
А куда музыка делась? Я без музыки не могу пострелять. Ай, промахнулся мышка, вот это прикольно. Самое неудобное на мышке это то, что, то есть, в отличие от пальца, надо мышку прожимать. Да. Так, ну ладно. Тут у нас еще и раптор прибежал. Рапторов тоже надо отлавливать, их бесконечное число нужно. Ну, ладно, давайте пойдем. Ваши противники — команда разных существ с высоким уроном. Противостоять им могут быстрые существа с высоким уроном. Кстати, да, здесь у нас затесался Ирритатор скоростью 123. Так, а у тебя кого-то нужно... Ой, 115 вообще так печально. 122... У кого больше скорость? 116... 122, 115, 122, 122. Ну, это слишком жирный будет. Блин, все вот эти вот ребятки слабее. Ну ладно. Как-нибудь порешаем. Ночной кошмар. Так, вот если на этих двух ребят подменяться, да, то они дают бонус. Кстати, какой, вот это мне нравится, хочу на него подмениться. Куда музыка девается, чё за глюки? Так. Мы быстрее. Ну, у нас здесь вообще очень хорошая комбинация ударов. 1200. И дело в том, что кровотечение от максимального уровня, а не от того, что отсталось. Вот 576. И на следующий ход он потеряет столько же. Ну, это как бы ему не понадобится. Ну, Зухататор здесь вообще красавчик. Он так неплохо может раздавать, да? На своем уровне он хорош. Мне нравится. Так, противник думал, противник быстрее нас. Но если он будет использовать эту свою дурацкую, короче, усиление, то это ему будет хана. Так, он решил нанести простой удар. Мы отвечаем кровотечением, и я думаю, сейчас сделаем опережающее снижение урона. Ну, давайте, наверное, сделаем. Хотя можно было бы... и по-другому сделать. Пробьет? Нет, не пробил, потому что у нас 90% снижение урона было. Так, эта штука замедляет противника. Снятие нанесения урона, скорость цели снижается. Ну, неинтересно. Оу! Блин, черт, не так все должно было получиться. Я же хотел подмениться. Так, обычный. Ой, какой, что-то такой маленький какой-то. Ладно, давайте сделаем так, как они обычно делают. Усиляем себя. И он усилил себя. Так, ну, вообще слабенький, да, этот Ирритатор. Он вообще выживет? Нет, не выживет. Блин, ну опять же. Ладно, мы на него подменимся еще. Тысяча! Ничего себе, он так нас проатаковал. Больно было. Так, обычного Ирритатора не брать. Он вообще дохлый. Так, ну отлично. Я готов сражаться дальше. И идем дальше. Так, обычного не берем. То есть берем вот этого парнишку.
двух спинозавров. Ну вот так давайте пойдем. Так, ну начнем с обычного спинича. Опять музыка пропала. Так, мы побыстрее. Давайте что сделаем? Давайте уязвимость, потом кровотечение попробуем. Отложенный урон дается 374. Я что-то не обращал внимания, что, по-моему, раньше на уязвимость не было отложенного урона. Была просто уязвимость на следующий ход. 600. Отложенный урон. И умер. Так, Офиакадон. А, черт подери, у него иммунитет. Оу, следующий удар-то будет у нас чертовски больно будет нам. Так, выдержишь ты хоть это все дело? Так, давайте все-таки сделаем то, что я хотел. Вот. Хочу увидеть кровотечение после замены. Давай, Зухамимчик. Ай, на кого я это решил проверить, черт, я же про это подумал и сделал то же самое. Если мы на два хода не можем подмениться. Так. А это тоже имеет иммунитет. Вообще фонарь, я его тут продемажил. Кстати, а броня у тебя есть? Брони нет. Ну вот прикольно, да, они бьют больно, а я не могу на них даже кровотечение никакого эффекта наложить. Но скорости у них нет, тоже косячок. Добивай его уже. Кстати, счет 2-2. Так, давайте заберем нашу первую награду. И мчимся незамедлительно дальше. Так, 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 так. Вот есть ирритатор. Так, что теперь будем брать? Ну, хочу еще взять Зухича. Ну и для подстраховки. О, точно. Да, вот так. Так, с кого начнем? Давайте начнем с 15-го. Вот, второго ирритатора. Может. Так, он пошустрее, да, у нас есть усиление, у этого нет усиления, будет обычный, двойной удар сейчас у него будет, да? Да, он сразу сильным проатаковал. И кританул, неплохо так, да? Так, появился такой же. Mm-hmm.
Я вот думаю, что сделать. Просто его пробить. Ну, я выживу. Ничего себе, не рассчитывал, что выживу даже с критом. Давайте тогда вот так вот добьем его. Мы подменяемся на Зухамима и сразу наносим ему кровотечение. Смотрите, какой большой Зухамим против Иритатора. Иритаторы вообще крохотки. Но кровотечение, жаль, что на следующий ход только работает, да? А не перед ходом. Мы вроде и нанесли кровотечение, но оно не наносит сразу урона. Так, сейчас нам будет больно. О, вообще с одного удара. Ну да, укус у него чертовски неплохой. Но дайте мне выбрать. Ну, давайте, недобитого. Крохотного. Посмотрим, смотрите, какой он крохотный. Пробиваю его уже, наконец. Кровотечение его добьет. Так, а почему кровотечение после? Блин, после. Ну, вообще-то перед бы. Ну, кстати, да, я умер, но он тоже умер. И мы победили. Ну, это прикольно, да, вот удар. Всякие плюшки после замены сразу, которые работают. Так, ну последний бой. Последний бой. По одному. Пробьем по одному, да? Возьмем спинораптора. Против нас, ну да, ух ты, у него удар чертовски хорош, смотрите, 753, а у нас 778. Я его могу сразу пробить просто в ноль. Ладно, давайте не будем, наша задача здесь повоевать. Он нас сейчас добьет. Смотрите, да? Представляете, 12-й пробивает 15-го гибрида вообще на изичах. Он сейчас его пробьет. Чао, бомбино. Так. Минус один. Эх, эти иммунитетники. Подмены пока что нет. Подменимся на нашего гибрида. Так. Ну, это работает на всех. Усилить себя. О, еще и кританул. Молодец. Кстати, какой шанс крита у тебя? 20%. Скорость очень хорошая. Это самый шустрый спинозаврит. А, ну это тупо получилось. Я же ему не нанесу кровотечение, просто подменюсь. Ой. И умер. Ну ладно. Наша задача здесь просто подраться разными существами. Ладно, тогда возвращаем назад нашего спинотазуха. Мы просто здесь развлекаемся, ребята. Так, и главный приз на барабане. Четыре тысячи монеток.
там 2000 генов, 780 генов, 440. Вот таких можно и не ловить, их, блин, насыпают тысячами. И еще, ребятки, нужно собрать нам наши два инкубатора. Это 15 минуточка была. Ирритаторов насыпали нам. И трехчасовочка. Рапторы. Ютарапторы. Ну и, в общем-то, на этом все, ребятки. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.